продолжила череду добрых дел, став участниками социального проекта «Добрый Новый год» и спортивное сообщество республики в лице мастера спорта международного класса по толканию ядра Оксаны Гаус и Андрея Михайлова, заслуженного тренера Чувашской республики. Они принесли для воспитанников Кугейского детского дома-интерната предметы первой необходимости. Дорогие друзья, как хорошо, что наш провайдер Novanet проводит социальный проект «Добрый Новый год». Мы, как представители от спорткомплекса, как только узнали, что надо помочь Кугейскому детскому дому-интернату, не могли остаться в стороне. Наш коллектив и наши будущие чемпионы собираем то, что необходимо интернату. Уважаемые жители нашего города, присоединяйтесь к социальному проекту Novanet. Мы вместе сделаем больше и лучше. Уважаемые друзья, мы поздравляем всех с Новым годом. И призываем принять активное участие в социальном проекте «Novanet. Добрый Новый год». И в рамках социального проекта мы проводим спортивные занятия в Кугейском доме-интернате. Давайте поможем всем миром. Напоминаем, что принять участие в проекте и принести свои подарки можно, придя в центральный офис НКТВ по адресу улица Советская, 45А. Мы открыты для вас каждый день, включая субботу и воскресенье, с 8 до 20 часов.